В детском саду «Волшебная сказка» звучит пожарная сигнализация. Персонал организованно выводит детей за пределы учреждения. Условное возгорание произошло в прачечной детского сада. За нормативное время 6 минут дети и персонал должны покинуть помещение. Наши дети добросовестно относятся к правилам поведения именно при пожарной безопасности. И, естественно, какие-то знания, навыки, умения получают они именно в целях экстремальных ситуаций. Эвакуационная тренировка проводится в детских садах 2 раза в год. Обеспечение безопасности детей – это одна из задач дошкольных учреждений. Во-первых, сама по себе планировка детских садов достаточно сложно. Во-вторых, дети – особая категория, которую в прямом смысле слова нужно выводить за ручку. К тому же важно научить детей в случае ЧП не прятаться, а вместе со всеми уходить от опасности. В ходе тренировки проверены основные запасные выходы, первичные средства пожаротушения и правильность действий, соблюдение должностных инструкций персоналом. В целом мероприятие прошло без нарушений. Соблюдение должностных инструкций полностью были соблюдены тоже без нарушений. Время эвакуации не превысило расчетного норматива. Навыки действия в случае чрезвычайных ситуаций отрабатывает и персонал. Здесь тоже все задачи распределены. Четко кто-то вызывает пожарных, кто-то звонит службе газа и электричества. Отметим, что в детском саду «Волшебная сказка» в положенное нормативное время эвакуации уложились, а значит, за детей можно быть спокойными.